Сергиевские добровольцы в этом году пополнили ряды группы быстрого реагирования поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». ГБР Самарской области насчитывает порядка 40 волонтеров из Самары, Сызрани и Сергиевского района. Они оперативно выезжают на срочные задачи, требующие действительно экстренного реагирования еще до запуска масштабного активного поиска. Так ГБР дают шанс потерявшемуся быстрее вернуться домой, не затрачивая огромное количество ресурсов отряда. О том, как присоединиться к поисковикам, ГБР рассказали и на еженедельной районной встрече Центра поиска пропавших людей в Сергиевске. Эти занятия стартовали в марте в рамках областного проекта «Будь с нами», чтобы желающие могли с новыми знаниями присоединиться к поиску пропавшего человека уже скоро. Будет тепло, и бабушки, дедушки по старой памяти пойдут в лес. Ну и не только бабушки, дедушки, взрослые люди тоже могут заблудиться в лесу, и будет много заявок, много выездов пропавших людей. На этой встрече 26 марта говорилось о том, какие направления поиска бывают в области. Обсуждались информационный способ при помощи ориентировок в населенных пунктах и интернете, прочес леса, городские патрули, обследование местности с коптера, автономные задачи и многое другое. При таких встречах узнается много нового. Человек должен постоянно самосовершенствоваться и приобретать новый жизненный опыт. Эти встречи для всех желающих в Сергиевской районной библиотеке проходят еженедельно по субботам в 12:00. Ну а тем временем кто-то из них уже встал на дежурство как член группы быстрого реагирования отряда, держа под рукой рюкзак с термосом, компас и фонарь, чтобы в числе первых оказать помощь пропавшему.